И всем привет, с вами Ростиксон. Сейчас будет полный гайд по Булыксу. Давайте самое важное. На Булыксе мы можем продавать лимитками, то есть купить какой-то щиток, поставить его в X3 на продажу, забыть, уйти спокойно и залутать прибыль. Самое главное, потому что много людей откладывает и вообще не торгует никогда щиткоинами. Запомните, поначалу у вас всегда будут убытки, какие-то потери, поэтому начинайте с малых сумм. Но главное начните что-то делать. Ссылочка на Булыкс будет в описании, только по ней вы сможете зайти, и также у вас будет 10% скидка на торговые комиссии. Смотрите, я зашел на Булыкс, и вот тут в поиске вбил адрес контракта Sigma. То есть вы где-то копируете, например, в ТГ-канале увидели, да, и вставили. Также у нас тут показывают недавние. Смотрите, тут видно все на графике, market cap, ликвидность, прайс. Но, смотрите, самое важное. Газ, 25 центов. Окей. То есть вы вот так, как у меня, поставите, и у вас будет 25 центов. Смотрите, этого достаточно. Чем больше плата, тем быстрее будет транзакция. Но мне, потому что я не снайплю, я просто покупаю с рынка. Лучше всего выставить чуть меньше, потому что стандарт стоит 2,5 доллара, да? На покупку и на продажу также вы просто ставите вот такие вот настройки, и у вас будет минимальная комиссия. Окей, переходим дальше. Как я покупаю? Обычно я покупаю по маркету, например, вот так вот. Допустим, вот, нажимаю купить, оно купится. А продаю по лимитной цене. Допустим, вот, покупаем на 0.1 и ставим сразу лимитку на 100% вверх. И сколько процентов токена? Все. То есть, смотрите, вот сейчас вы узнали уже всю основную базу Булыкса. По сути, больше ничего не нужно. Окей, смотрите. Кстати, если что, задавайте какие-то вопросы в комментариях. Заходите в мой чат в Телеграме, там я отвечу гораздо быстрее, да? Теперь заходим вот на вот эту вкладочку, это портфолио. Смотрите, мы можем посмотреть все наши сделки. ПНЛ по ним, какие-то прибыли, убытки, общий ПНЛ. То есть, допустим, результат моей торговли на Булыксе в сумме минус 87 долларов, да? Какие-то активные наши позиции. Просто вот трейд хистори полистать. И это очень удобно. Посмотреть там пофлексить какими-то бабками. Да, наверное, например, моя самая успешная сделка по процентам, это вот это. Кстати, и также все лимитные ордера в Telegram уведомлениях к нам приходят. Поэтому очень удобно. Допустим, вы поставили лимитку на 3 икса. Ну, вы не следите за этой монетой, а потом вам приходит уведомление, то, что лимитный ордер был исполнен, да? Теперь смотрите, заходим в кошелек. Здесь у нас виден наш баланс, какая-то трейд хистори, мой кошелек. Можете докинуть сюда бабки. Так, ладно. Смотрите, что еще у нас тут есть. Вот это токен Explorer, я им не пользуюсь. Не знаю людей, которые им пользуются. Не знаю, то есть я думаю, что это не важно, это очень сложно. Смотрите, как я нахожу монеты. Это просто какие-то телеграм-каналы, какие-то колы друзей. Например, в чате своем мы закидываем, какие монеты покупаем, да? Вот эти функции, тут очень много новых монет, и на них сложно заработать, вот честно говоря, тут, да? Тут я могу вам рассказать, что вот эти галочки означают. Но это, по сути, не нужно, потому что этим никто не пользуется. По детальнее разберем график, то, что нам удобно. Сейчас вот мы заходим на Sigma. Именно монету. Вы можете также добавлять их в избранное, смотреть стату, объем, проверять все. Ну, сейчас вот мы и пролистаем. Можно посмотреть историю. То есть я покупал, когда 3 недели назад, настолько и настолько продал. То есть у меня сколько прибыль тут была? 0.1 саланчку. Там 12 долларов, да? Можно посмотреть Bubble Map. Это сколько холдеров в монете. Там, точнее, как распределяется ликвидность монет у людей, да? И так далее. Это довольно красиво выглядит. Я думаю, в общем-то, вот и все. Больше ничего и не нужно. Как-то так. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Регистрируйтесь на Булыкс в описании.